Так, здорово, народ. С вами Черный Металл. Это у нас браузерная, сразу говорю, игра. Так, вроде я настроил захват браузерного окна. Давай вот так вот смещу немного вниз. В принципе, вроде нормально. Вроде захватываю, слушай, все окно, хотя немного странно, внизу будет полоска. Это народ браузерка. Давай попробую через ВК зайти. Вот, вот, да. Так. Люди, ксержи. Тока. За них я играть не могу, что ли? Эй, Севинство, давай-ка за ксержев. Так, регистрация. Ну, как это мимичка не вижу. Да, имечка, прям пристрелите меня. Тут нельзя, значит, ставить так. Может, каналом назваться? Так, ну это имя, смотрю, свободно. Как бы это странно не звучало, да? Лицензирование, соглашение, договором оферты. Так, я потом почитаю вот эту вот всю ерунду. Один из подписчиков мне порекомендовал, не один, двое порекомендовали эту игрушечку, сказали, попробуй, может быть, понравится. Так. Хороший вопрос. А как тут назад-то сдать? Ладно. Куда ты мне там? На постройке хочешь? А чё так медленно грузишься-то? Где звук? Так, народ, сейчас я тогда посмотрю, как здесь хотя бы музыку включить, а то что-то выехать не могу. Была ж музыка, теперь пропала. Остался тут долго и уверенно, но я так и не нашел, как вообще тут со звуком можно будет побороться. Не настроек ничего. А по поводу разрешения, оно старое, я просто увеличил картинку. Кому интересно, это в Винде делается. Увеличение приложений. Правда, у меня кое-какие другие приложения тоже увеличились, мне придется... Пока играю в эту игру, в другие приложения не играть. К сожалению, это не на все работает. На некоторые игры работает, на другие нет. Игра предназначена, в принципе, для телефона и планшетника. И на экране Full HD это, мягко сказать, хреново смотрится. Так. Завянь. Сколько тут максимальное хранилище вообще? И вот... месяц 100 тысяч, да? Так, задание.
получить награду. Это я не совсем понимаю, вроде брал космическую стратегию. Ну ладно, так, медали. Нерево технологий. Так, может мне попробовать 5 сделать, а не 150, как рекомендуется. Давай попробуем. Читабельно? Ну, вроде читабельно. Так, премиум. Получаем 7 бесплатных дней. До 10 марта, да? Сегодня у меня вообще какое число хоть. Вот, блин. Правда, так, 7 дней, 2 раза выработка. Вы не набрали 25 тысяч очков. Очков чего? Забавные ребята. Там что ли? Постройки что, автоматически ставятся, блин? Я как-то против такого. Но не хочу и ускорят использовать. Курить на часто. Нужно не час строить, стоял, упал. Меньше минуты. Что за идиотизм? Так, инкубатор у нас, уровень 3. Строительством, блин. Что я могу еще сказать? Очень увлекательным строительством. В таких кавычках. Кстати, на Вегу вот это вот расширение не работает, к сожалению. Я давно его сделал. А, точнее, оно работает другим способом. Да, я делал, но там слишком все великое получается. Не очень удобно. Планету-то посмотреть. Не совсем езжаю я в этот юмор. Вообще-то странно как-то тут нарисовано. Это мягко сказать. Галактику посмотреть, торговлю, а вот галактика. Ну, это понятно, что в такой игре она будет, мягко сказать, довольно-таки большой. Мягко сказать, большая, да? Ох, ёлы. Ёлы, Павла. Чё оно сейчас так думает, как будто я не знаю. Да, конечно, давайте ускорялку на час. На 7 минут за пиндюрю. Это что за бред-то такой? Планету свою смотреть. Добро пожаловать. Так.
Мне вот столько ресурсов дали, да? Значит, не похоже. И куда они мне награду достают? Хороший подарок. Слов нету. Отличный просто. Я вообще в ту игру играю или нет? Мне очень интересно. Платные наборы. Так, ресурсы. Получить. Бесплатно купить. Я что-то не понял. Купить. Бесплатно купить. Это что еще за хренотень? Пока улучшаем, блин, строение. Увлекательное занятие. Сказал я пару слов. Десятков, сотен. Я пока на паузу, народ, ускакиваю. Закончится, я к вам вернусь. Обратил внимание, не знаю, но я могу сразу все улучшать. Почему бы это не сделать? Правда, вот это вот, конечно, улучшите. Потратить часовое. Как меня это раздражает, если честно. Ну ладно, я потерплю. В принципе-то. Вы звезды. Тебе суждено жить, заставив ее умереть за нее. Но жизнь твоя не будет одиноким прозябанием. Это удел низших. Ты особый и создан для владычества над стаей, которая станет твоими глазами, ушами, когтями и клыками. Она станет тобой, а ты станешь ее мозгом. Это прикольно довольно-таки. Тут и русская это. Кислотный бассейн хороший. Вообще места хватит на этой, блин, планете. Вот шпиль еще есть. Палаты эволюции. Нора минералов. А минералы там по-любому нужны будут. Ну и экстрактор. Очистительный канал. Это дает... Вопрос хороший. То есть это 202, это на планете возможно столько построить. Клон столицы Шурмур Леля Тополя. Пью.
Пиу-пиу. Странно как-то это все. Способности у кораблей здесь есть вообще? Походу нет. А, значит, во время боя мы можем даже постройки смотреть. Я не против. Вот это мне уже нравится. Так, экстрактор, минерал. Использовать галки для просмотра летящих флотов другого игрока. Да, тут как-то, мягко сказать, тяжеловато разобраться. Как время не ускорить? Так, броня фактическая. Щитов не должно быть. Это органики, в конце концов. Специализация. О, дерево эволюции. Можно их переделать будет, да? Потом посмотрим, во что их запендюрить. Ну, я не знаю, если гидролиска в космос я начну высаживать. Ну, это будет немного странно. Я так играю в StarCraft, если кто не забыл. Или кто не смотрел. И для меня это немного будет... мозговышибательно. Это я даже не знаю, как сказать это будет правильно. Так, какой максимум кристаллов? 100 тысяч, да? Добиваем его тогда, этого отводим назад, чтобы он поэтому начал гасить, а этого вперед. Куда поперся? Я его не могу отвести, что ли? Серьезно? Догонишь. Может, мне сейчас одного моего убьет чертенка. А может, и не успеет. Я бы его отвел в сторону. Можно отступить им как-то? Ну да, тактики здесь, мягко сказать, нету толком никакой. То есть и все из тактики, то, что я могу делать, это указать, какую цель они будут стрелять вдвоем. Серьезно? Ну ладно. Предположим, оборона. Что у нас по обороне здесь? Так. У нас есть отличная оборона.
Как она вообще со Старкрафтом связана? Так, лады. Так, эволюция. Шпионаж. А исследования могу только одно производить, я понял. Так, постройки давай заглянем. Ну, во-первых, инкубатор. Необходимо для выведения новых тварей. Также обеспечивает вас дешевым сырьем, минералами и металлом. Доход в час у него какой будет? И энергии неплохо. Так, минус 9 стоять, минус 18. А что у нас вообще дает? Нет. А минералов-то в любом случае нужно и экстрактор. Я что-то не так понимаю. Вот. Палата эволюции, кислотный бассейн. Улучшение регенерации по-любому нужно будет. Ролиска пещерка. Так, что нам дает энергии? Давай посмотрим. У нас 169 энергии, да? Ориентировочно. А, вот что нам. Мозг дает энергию. Понял. Следующий уровень. Ну, немножечко будет дороговато для производства. У меня ресурсов теперь. Делать в первую очередь не минералы, а по металлу какую-нибудь хрень. Так, инкубатор. Ну, его, наверное, пожалуй, придется построить, как ни крути. Обрабатывает металл из минерала за счет... Ну, тоже выбора нет, строим. Флот. Переработка. Че, мне всех кораблей хотите лишить? Извращенцы. А, погоди, а он не полетел случаем перерабатывать там металлолом? А дальше-то что? Как все понятно, я просто офигею. Блин, нажал. Ну. Э,
Ладно, будем разбираться дальше. Да, странно как-то пока все. Короче, надо было перезагрузить браузер. Смешно. Нет, это как-то все странно. Получил награду 3000, как видишь. Так. Перемещайте экран. А, это я цифры есть, просто клацаю и все, да? Ну, давай тебя тоже туда отправим на всякий случай. Где он тут? А, во. Оборона, транспорт, атака. Что вот мы направили сюда? Шпионить. О, блин. А тут вполне, кстати, много свободно. Правда, я так и не понял, что тут со звуком творится. За хренотень. Потом почитаю на форумах. Проверю на втором компе в браузере, открою. Может, здесь какая-то... Не знаю, другая беда. Петь-то собираешься? Алло! Атака. Чё? Дал команду или нет? А вот, отправить флот. Так, это у меня флот в полете. Зеленые этой стрелочки или чего? О, непонятно нифига.
9 минут туда притрется. Я понял. Ну, увидимся, блин. Так, доход этого по-любому нужен, но нам надо, наверное, мозг расширить, да. О. Да, мозгов не хватает мне ни здесь, ни в жизни, да? Обломно. Тысячу стоит, пока неохота. Это вот до четвертого уровня добьем. Хватит. Палата эволюции. Союзников в обороне. Каких чертовы бабушки союзников, простите? Ага. Знаешь, вот так будет аккуратненько сюда лететь хотя бы. Ну, этот реал тайм тоже мне. Давайте подождем 10 минут, он там представим, что он туда летел. Не скажу, что мне такое нравится. Здесь я не усну за это время, пока они сюда чешут. Кажется, или каждый летит здесь своей отдельной скоростью? Ты чё за бред? А, вы сейчас серьезно? Первый сначала два, потом еще два прилетят, потом четыре. Ну вот общее время. Ладно, на паузу уйду, подождем, пока долетят. Так, чуть-чуть осталось времени. Давай, прилетит она, пусть посмотрит. Так. У меня постоянно тут выскакивает ошибка со звуком. Анна. По поводу донатов, здесь я не понял, ценников я не вижу. Она мне предлагает сразу попробовать купить. Сколько это стоит, не ясно, но перед тем, как купить, зайдите, пожалуйста, в кошелек. Я такое брать не буду, сначала пусть цены покажут, чтобы я заходил в кошелек. Это мне не понравилось очень сильно. Ну, 47 секунд. А, 0,1 минута, что ли, там? Понятно, как они летят, слушай, уже мозг плавится потихонечку. Ит, он летит, слушай, а что до этого было? Может, подготовка типа гиперпрыжку?
Могу. Ой-ой. Боевой отчет сразу, да? Значит, без войск сразу победили. Боевого отчета здесь нет. Как такового, немного обидно. Что ж, просто пипец, да? Ладно. Поехали далее. А, тут так даже можно показывать. Вот. Про что я говорил. То, что здесь не указано, сколько это стоит. Сколько вы там можете. Это третье, десятое. Сколько будет стоить? По рублях можно? Сколько стало Хайдена вы хотели бы получить? Да не важно сколько. Сколько будет стоить это? Тут даже я не нашел цену. И заходить в кошелек, чтобы потом посмотреть цену, извините, нет. Вообще. Даже желания нет у меня. Если были бы ценники, например, 2000 стоит там, не знаю, 300, 200, 500 рублей. Сколько он там стоит? А здесь непонятно вообще ничего. Так что... Нафиг это мне нужно, скажу я вам дружно. Так, он сейчас возвращается, да? Понятно будет. Тут никакого толком. Так, задание я выполнил. Получить награду. Атакуйте, победите, 10 прям минимум одного базу опыта, победите 100 тысяч. Ни хрена себе. Было. Здесь записи боев. Так, ну мы получили какое-то количество ресурсов. Спасибо им, конечно, за это. Боевые отчеты. Флоты, боевой доклад. Боевых докладов. Так, ладно. Давай-ка мы посмотрим, что здесь еще есть. Палатка эволюции. Пещера Гидролийска. Газовое озеро. Патер прокачать, да? Ну, строим тогда. Ресурсная. А, инкубатор нужен десятка. И, в принципе, нужен инкубатор. А шпиль хранит ресурсы. Нет. Просто позволяет вашим союзникам помогать вам. Хм. 32, но это довольно-таки будет тяжко прокачать быстро.
примеру, галактика. Где они здесь видят? А, вот эту хрень мне надо атаковать, да? И что у нас здесь показано? Можно в следующей серии, народ, я тут немножко поснимаю, как это вообще будет все выглядеть. В принципе, это все двигается даже, прикинь. Ладно, на этом я закончу. Кому понравилась игра, ставьте лайки, пишите, снимать ее стоит или нет. Ну, по обзор-то по ней я сделаю такой. Посмотрим, что это за игра. Что она из себя представляет. Немного поснимаю, как смогу. Но, к сожалению, вот первая серия, может, на час будет поинтереснее. Но такая, более-менее, кстати, тут бы интереснее. Я просто много браузинг стратегий пересмотрел перед тем, как нашел Вегу. И там мне не понравилось то, что 90% уже сейчас с моими стратегиями браузерными было просто вам табличка выскакивает, вы там победили. Я так сижу, думаю, ни хрена себе, игра такая табличками. Мне такое как-то не плет. Мне чтобы можно было там хоть как-то пофантазировать, хоть какой-то тактикой. Здесь она хоть и примитивная, но в принципе есть. Всем удачи, всем пока.